когда топ-управленец, который очень много всего добился, приходит на программу, в первый день он говорит: «Я знаю все, сейчас я вам расскажу». Ну, собственно, к третьему модулю запал пропадает у всех, у некоторых запал пропадает раньше. В начале программы большинство людей говорят так: ну, чего вы нас заставляете заниматься какой-то философией? Ну, что за фигня? Зачем это нужно? Да, давайте займемся конкретным практическим делом. Но вот это обращение к тому, что в обыденной жизни мы называем философией, в каком-то смысле это восстановление памяти. Мы просто забыли об этом. Потому что любая человеческая практика когда-то была придумана. А любая человеческая практика всегда является результатом интеллектуальной работы и дискуссии большого числа людей. Потом, когда она сложилась, мы про это забываем. Нам надо даже в университетах читать там, на каких-нибудь смешных курсах типа введения в специальности или истории там, определенной области. Но мы забываем. А иногда и не читают. Но когда мы выходим в новый проект, и у нас по-настоящему сложная, проблемная ситуация, мы хотим амбициозную какую-то цель поставить, выясняется, что нужно обратиться к этой истории и увидеть ее основания, потому что именно они ограничивают нас и не позволяют увидеть новые возможности. Меня интеллектуальная глубина программы на самом деле поразила. И тот инструментарий, который мы использовали для работы над проектами, я сейчас увереннее его чувствую. И он где-то уже появляется на кончиках пальцев, и хочется его теперь использовать все больше и больше и больше. Тот подход, который мы используем в программе Master of Public Strategy, своими корнями лежит в другой большой российской педагогической инновации, называется оргдеятельностные игры. Они возникли в 1979 году. Их автором был Московский методологический кружок, такое философско-культурное течение, которое родилось в СССР. И они продолжались довольно интенсивно до 1994 года. Они, в свою очередь, лежат на разработках тоже российских, тоже советских, 20-30-х годов деловых игр, которые стали придумывать для того, чтобы быстрее ввести людей в сложную производственную деятельность. То есть, чтобы они не сразу поступали в сложный механизм, а как бы его разыграли, проимитировали. И слово «игра» отчасти смягчает этот серьезный торжественный мир, что умные дядьки над чем-то серьезным думают. Нет, это как раз возможность попробовать себя в тех позициях, в которых ты реально не был, побывать в тех мирах. Сейчас об этом легко говорить. Мы за счет виртуальных миров, за счет компьютерных игр бываем в тех мирах, которые никогда не побываем. Вот оргдеятельностная игра – это попытка занять ту позицию, в которой ты, может быть, в реальности еще не очень скоро попадешь, но должен освоить. Вот такие фундаментальные основы, такие исторические традиции лежат за плечами или в фундаменте той программы, которую мы здесь практикуем. Идея создания программы Master in Public Strategy принадлежит дуэту Волков-Градировский. Они ее, как уже история-то дошла до меня, в пересказе, они ее задумывали на играх, приходили постепенно к этой идее, и вот, бах, историческая случайность, запускают конкурсы «Лидеры России», в который, как кажется, категория людей ровно тех, которые попадают под портрет таких созидательно неуспокоенных, которые хотят что-то делать, которые имеют волю, которые не остановятся ни перед чем, имеют уже за плечами большой опыт. И вот запускается программа МПС, и я пришла в нее в самый первый поток. Так я присоединилась к команде. Мы используем
другие практики, психосоматические или физические, или экстремальные их иногда называют, когда люди должны что-то поделать, с одной стороны, эмоционально важное, не очень сильно сложное интеллектуально, с другой стороны, новое для них. Для этого мы используем материал альпинизма или дайвинга, и на этом материале, на этой маленькой пробе, которая выводит тебя из обычного, нормального, стабильного состояния. Когда ты хочешь, в силу разных обстоятельств, социальных, или ты гордишься чем-то, или тебе нужно быть не хуже других, ты пробуешь то, что ты не умеешь. И вот этот момент психологического перехода, когда ты пробуешь то, что ты не умеешь, мы рассчитываем, будет перенесен на интеллектуальную практику, где нам сплошь и рядом приходится делать то, что мы не умеем, то, что мы должны только освоить. Я, с моей точки зрения, управленческая практика, интеллектуальная практика, вся построена на этом принципе – выход на границу и за границу знаемого. Потому что если мы делаем только то, что мы знаем, то, что мы умеем, мы работаем по определенным алгоритмам. Мы такие биосоциальные роботы. А задачи управления, задачи разработки, задачи творчества, задачи придумывания нового – требует вот этого человеческого перехода. И он всегда психологически неприятен, всегда психологически сложен для человека. Потому что мы, как люди, стараемся делать только то, что мы умеем. Потому что там мы чувствуем себя уверенно, там над нами не будет никто смеяться. А когда мы делаем то, что мы не умеем, мы всегда выглядим неуклюжими, смешными, терпим социальное поражение, теряем лицо. И вот это вот для того, чтобы смягчить этот переход, мы используем в том числе практики из других типов деятельности, связанные с горами, связанные с погружением и тому подобное. Для меня наиболее ярким впечатлением было второе восхождение на юге России. Это было достаточно сложно, не только физически, но в первую очередь психологически. Боязнь высоты, вертикальная стенка. Все атрибуты альпинизма присутствовали. И некоторые аспекты моей личности открылись для меня именно в момент восхождения. Самая богатая рефлексия в программе именно после вот альтернативных практик гор и дайвинга, когда люди себя видят со стороны, потому что это очень эмоционально. И это экзистенциально, то есть это невозможно не заметить. Наверное, по интенсивности самое яркое переживание было, когда мы поднимались на Виа Феррата в Крыму, и там было очень большое расстояние между двумя скобами. И вот было очень страшно, что одну отпустишь, а до второй не дотянешься. Некоторые из них себя переоценивали, то есть шли на более сложный маршрут и срывались, например. Кто-то шел и говорил наоборот, я себя очень пожалел. И переигрывают свой способ выбора, например, маршрута на следующий день. Самый яркий момент – это восхождение на Кушкаю, вот, и неудача, которая послужила основой для того, чтобы можно было выстраивать себя заново. Собственно, для примерно этого мы на первом модуле идем в легкий трекинг, а во втором модуле уже включаем Виа Феррату, и Роман ведет вместе с Андреем Евгеньевичем их прямо в горы, в скалы, где уже нет этих скоб, где ты работаешь с рельефом. Из моей практики я очень часто наблюдаю, как приходят очень сильные спортсмены, и у них очень многое не получается. И они удивляются, почему это происходит. Но это абсолютно нормально, потому что, повторюсь, те виды активности, которые мы предлагаем, они очень специфические. Когда люди здесь преодолевают себя физически, они получают вот тот, казалось бы, совершенно другой опыт, да? где физическое наше физическое тело, где наши мозги. Оказывается, связано. Оказывается, умение преодолеть себя, вот этот вот шаг над не могу, над устал, ну все, сейчас сдохну уже.
помогает думать. Есть такая гипотеза, скажем, мягче, да, что действительно, так как будущее несет в себе огромную вариативность, то именно те коллективы, которые с наибольшей ясностью и силой воли его увидят и начнут о нем говорить, оно и начнет двигаться в эту сторону, а может даже и сбудется. Вообще будущее – это игра воль. Мы на это делаем ставку. Если человек умеет себя преодолевать, то очень велика вероятность, ну, если он, конечно, немножко интеллектуально развит, то он сможет и в интеллектуальной сфере тоже напрячься. После первого МПС мы однозначно поняли, что горы нужно оставить. И начали обсуждать дайвинг как образовательную технологию. Чем ближе мы играем к реальности, тем больше реальных проблем возникает у человека. И тогда эти проблемы и их решения заставляют человека думать. Здесь мы используем слово «дайв-игра», словосочетание, потому что дно становится игровой площадкой. Есть правила, есть игроки, есть поле. Каждый день и команды меняются, и задания меняются. И, собственно, вот это первая связка с интеллектуальной частью программы – постоянно меняющиеся условия неопределенности. Я бы даже, кстати, назвала дайвинг-игру, наверное, таким акселератором, потому что он ускоряет процессы и обнажает их. В принципе, дайвинг – это игра, развлечение. Но она заставляет человека думать, заставляет человека совершать какие-либо действия, иногда неправильные, осмыслять правильность или неправильность своих поступков, и после этого принимать какие-то решения, которые повлекут изменения. Как в нем, в осознании этих проблем, так и в его действиях, которые приведут к другому результату. Первый дайв – это был больше не про сам дайвинг, на самом деле, а это было больше про то, как научить себя вести в абсолютно новой обстановке и с новыми людьми. А на каждое дайв-погружение, обычно в течение дня их два, мы обязательно добавляем разбор погружения, когда инструктор рассказывает о технической стороне вопроса. Команда производит разбор своей именно командной работы. То есть как они сработали как группа людей, которая должна была достичь какого-то результата. И когда мы пошли назад, я стал просто любоваться. И я просто не понял, на какой я глубине. Я очень хорошо помню слова, по-моему, Владимира Григорьева, когда он говорил, что вы наконец-то начнете друг друга по имени называть на этом модуле. Это были пророческие слова, это правда. А с точки зрения единения команды, да, безусловно, погружение в группе, оно, ну, сплачивает до нельзя. Мы сразу вам показали впечатляющую динамику, да, от никакого места до первого. Да. Все, с кем мы имеем дело, это люди взрослые, состоятельные и занятые. Мы не можем их вырвать на фулл-тайм. Поэтому это модульная система. То есть, когда, грубо говоря, раз в месяц на 5-6 дней мы встречаемся, чтобы работать по 12-14 часов в день. Именно эта форма работы наиболее перспективна. Второе. Мы это называем техникой зашнуровки. То есть, мы постоянно чередуем пленарные заседания, групповые заседания, пленарные и групповые. То есть, на пленарных заседаниях, например, идет установка, что мы сейчас делаем. Каждый в своем материале, в разных группах, что мы делаем. Потом идет групповая работа, когда готовится доклад по заданным критериям. Дальше мы опять собираемся на пленарном заседании, и идут доклады. В отношении докладов задаются вопросы, идет критика тезисов доклада или оснований доклада, или тех средств, которые обсуждаются. После чего нужно опять разойтись и провести рефлексию. В том числе, когда приходят к нам эксперты или лица, принимающие решения в качестве экспертизы действия, вот в этом public strategy, то коллеги задают им вопросы, собирая материал для следующего своего шага. Потом опять расходятся, опять готовят новый доклад. И так все время, челночным образом.
Это технология работы, которая предполагает ответственные суждения, потому что то, что люди произносят, они говорят с позиции того, что они будут делать. И это замысел программы, чтобы через изменение человека, который пришел на программу как участник, его способа мысли, создавать образ будущего, к реализации которого идти вместе. Мы же такие медленные рефлексивные механизмы. Иногда проходят годы, иногда дни. Очень редко мгновенно человек меняется. Мы медленно принимаем другой образ действия и тем более медленно это конвертируем в свое поведение. Программа была задумана для двух целей. С одной стороны, мы четверо, четыре автора, четыре профессора, если так можно сказать, школы Сколково, решили обобщить наш практический опыт участия в разработке моделей, а иногда и применения этих моделей, больших государственных программ на региональном уровне, на федеральном уровне, на корпоративном уровне. А с другой стороны, отталкиваясь от этого, мы хотим передать или инспирировать вас, вдохновить любовь к техникам мышления, схематизации, объективации, проблематизации, личного позиционирования.